Здравствуйте, Дана. Это видео про ваш объектив TR11A с двумя переходниками. В данном случае для Canon. И второй переходник стоит на Nikon. Я запрограммировал фокусное расстояние 135 мм и диафрагму 2,8. Вот упаковочки от двух переходничков. И вот непосредственно моя камера с вашим объективом. Во время съемки, как я уже и говорил, вы ставите в камере режим ваншот и приоритет диафрагмы. Вот. У вас появится возможность выбора точки фокусировки. Точка фокусировки может быть постоянно подсвечена, а может и не быть подсвеченной. Но когда вы смотрите в видоискатель, наводитесь на резкость, плавно нажимая кнопочку до половины, то вы услышите звуковой сигнал и подмигивание точки фокусировки, когда резкость появится. И тогда кнопка затвора сработает до того момента, пока нет резкости, одуванчик не даст сработать затвору. Вот, внимательно слушайте, сейчас я продемонстрирую. Слышите звук? Ну вот, получается, вот видите, центральная точка фокусировки. Вот он, одуванчик. Вот крышечка. Я отправляю вам с переходником, который делает компания «Поиск фото» в Москве. Он очень плотный, без всякого люфта сидит в камере. И на Nikon переходничок КПАН. Вот смотрите, в ребре объектива есть три винтика. Эти три винтика отпускаются и снимается хвостовичок. То есть, когда вы хотите использовать объектив на камере Canon, вы не снимаете хвостовик. Когда вы хотите использовать этот же объектив на вашей камере Nikon, отпускаете эти три винта, снимаете хвостовичок и вместо него ставите хвостовик КПАН, на котором тоже запрограммировано фокусное расстояние 135 мм и диафрагмы от 2,8 до 22. Как видите, в одуванчике Nikon можно менять диафрагмы. В одуванчике Canon диафрагма фиксированная и можно ее изменить только в режиме программирования. Вот он, ваш переходничок для Nikon и одуванчик для Nikon от КПАН. Я не буду сейчас перекручивать объектив на КПН. Вы увидели, что все работает. По приходу по ссылочке вы сами все попробуете. Сейчас я это все аккуратненько упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.